То, что вот эти лага производные от Ноева потопа, и доказывать не надо. Вот начинается ложок, вот она, колоберез. Достигает уровня общего лога, и все исчезает. И вот таких вот здесь 15 ложков. То есть вода стекала, размокшая, и с той стороны. Ну, тут березки сейчас. Вот это у нас назывался Масоловский лог. Дальше. Через него гоняли мы коров, в Корчево ездили. А это вот основное русло. Там дальше дамба наша, над которой сейчас он работает. Не вижу я, как видать-то не видать. И вот этот лог довольно большой, шириной метров может быть 70, а то и 100. 100-то, наверное, нет. Ну и глубина метров 5. Рядом второй лог идет. Видно, что это была когда-то одинаковая поверхность, одинаковая шла так. Начинается возле берез. Если на уровне лога основного достигает и исчезает, то есть вода втекла, это русло. И вот маленькие такие отрожки, вот сейчас я по нему прошел здесь. Впереди меня вот видно, что ложок. Происхождение его какое? Другого вообще предположения даже нет никакого. И дальше они лага, 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 лага. Поселялись, когда первые Потеряевы, они видели лага, перегораживая будет пруд. А где пруд? Там птица, там рыба, там купаться, там поливать, там микроклимат, все. И они столько много прудов везде сделали. И видно, делали мастера своего дела. Русский мужик многое умел делать. Это мы все перенимаем, учимся, да, в интернет заглядываем. Здесь вот мы пасли коров. Здесь все мне дорого-дорого. С 5 лет на поле вырос я с отцом. Отца не было левой руки, почти под самое плечо. Он где-то под Смоленском, Дорогобуж, в 41-м попал. Ну, они в окружение не попали, его вытащили. Вытащили. Остался живой, в плену не был. Вот это все мы знаем. Поэтому он никуда не годен был. А пасти годен. Сильно любил скотину. Не как у нас тут один был. Перегони через лог, то там трава хорошая. Ноги замочу. Ноги замочу. Нам все это так смешно. А я не люблю пасти. Так зачем же корову держишь? Эх ты, хозяин. Хозяева. А это вот та трасса, которая по дамбе мы ездим. Вот это.